проведения учений сотрудники химспаса посетили троллейбусный парк. По сценарию в городе произошла утечка яда химикатов и введен режим ЧС. Методику обеззараживания транспорта отрабатывали сотрудники химки «Электротранс». Химикаты растворяются в ведрах и щетками, промываются в машинах, происходит дезактивация или дегазация. Перед тем, как приступить к практическим занятиям, сотрудники «Химспас» прочитали теоретическую лекцию для работников предприятия и приглашенных гостей. Среди них были активисты проекта «Химки. Интересно жить». В практической части нам было показано как раз обработка транспорта на территории «Химки. Электротранс». Как бы автомобиль пришел из зараженного района города Москвы. На станции обработки автомобиль моют с помощью специальных реактивов. При этом необходимо учитывать множество факторов, в том числе направление ветра. Для этого используют специальную методику, которую разработали еще в 2005 году. Ну, любая тренировка, она полезна. Надеюсь, это была тоже полезная. Мы подчеркнули для себя нового в теории. Также в практике показали, что есть у нас станция, функционирует. Поэтому эта тренировка была для всех интересна и полезна. Подобные учения регулярно проходят на всех предприятиях города.